У нас осталась самая последняя. Видишь, это куча справа от меня. Это все мой любимый Фондорин. Но не обязательно какой-то один человек. Вот что мне еще нравится в этой серии, это то, что там прослеживается целая родовая линия, потому что начинается все с того, что прадед Фондорин приезжает в Россию из Европы, то есть корни у него не русские, и влюбившись в Россию, он здесь остается и рожает детей, но не сам, с помощью женщин, и потомки его уже тоже, то есть прослеживается история целого рода. Мне это очень покорило, потому что я увлекаюсь генеалогией, пытаюсь составить собственную. И даже меня покорило, что это всегда исторические романы. И именно с помощью Эрнеста Фондорина ты до такой степени понимаешь ту или иную эпоху, как будто ты сама в ней живешь. Мне иногда кажется, что люди, которые жили в ту эпоху, не могли бы так понять ее. Они не до такой степени понимают ее, как если бы они ее поняли, если бы прочли книгу Акунина «В доме, который построил Джек». Ну ладно, хватит трепотни, начнем. Итак, это у меня... Начнем с мягких... с книг мягкой обложки, потому что они лежат сверху, значит, вся эта башня просто рухнет. Это «Любовник смерти». Звучит жутко. Это у меня сейчас тоже был жуткий. Издательство «Захаров». Данка в этом случае, это издание 2001 года. Очень интересная книга, но не могу ее актуализовать, потому что, честно, я не помню сюжет. В принципе, я... Если бы я взялась описывать сюжет каждой книги, которую здесь показываю, я бы, наверное, выкладывала это видео частями на протяжении месяца минимум. Поэтому я просто быстренько пробегусь, договорились, если что-то заинтересует конкретно, и то я уже ставлю мне запросик, книжный запрос, и я выполняю в первую очередь. Далее у меня с Эрнестом Фондориным есть вот такая вот очень оригинальная версия инь-янь. Понятно, да? То есть с черной стороны и с белой стороны. О, он гений. Он гений, 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 гений. Иероглиф. Это я в руках держу. Издание «Захаров», это у меня издание 2006 года. Господи, веду себя как библиофил. Хотя я всего лишь люблю читать на самом деле, так что... Далее у нас идет «Левиафан». Повторюсь, это все то, что я сейчас все буду перечислять до конца самого видео. Это все раз вон... Ой. Это все Фондорин. Тот или иной его потомок, или он сам. Издательство «Захаров» у меня лично 98 года издание. Но тут тебе интересно, какого года у меня издание книга. «Азазель». Говорящее название сразу Булгаков вспоминается. Издательство, как всегда, «Захаров» остается верным. У меня 2002 года выпуск. И, кстати, я хочу сказать, что книги могут повториться, потому что... И пошли книги твои для перебложки. «Захаров», 98 года издания. О, нефритовые чётки. В свое время я, как только увидела название, я просто вгрызлась в эту книгу, потому что у Фондорина постоянно были
в его книгах, в книгах о нем. Нефритовые чётки, которые ему приносили удачу, мне было безумно интересно, где он их взял. И, конечно, когда я увидела название этой книги, первая мысль: он объяснит, откуда он знал, взял нефритовые чётки. Я уверена, что это издание. О, кстати, здесь очень шикарная обложка. Да, издание Захаров, как я предполагала. У меня это издание 7-го года. Ну и турецкий гамбит, конечно же. Это издание Захарова. У меня это издание от Мима. На этот раз это книжка адаптирована для детей, то есть это как Библия адаптирована для детей. Издательство Olma Press. У меня это издание 4-го года. Издательство Olma Press. У меня это издание 2005 года, и это книга «Пиковый валет». «Весь мир театр» — одна из последних книг о Фандорине. Здесь очень интересно тоже оформлена вот эта часть книги, честно, не помню, как она называется. Очень интересная и своеобразная вещичка. У нас это снова издательство Захаров. И уже у меня это 2010 года издание. «Сокол и ласточка». На тот момент, когда я купила эту книгу и прочитала ее, и когда я еще не знала всей многогранности возможностей великого Акунина, сочла эту книгу очень непохожей на все его остальные романы, потому что книга о пиратах и сокровищах. Я была в шоке в положительном смысле. Я просто на эту книгу, я не знаю, как на «Восьмое чудо света» смотрела. Это издательство Olma Media Group. У меня издание 2009 года. «Коронация» или последний из романов. То есть это про царские времена сюжет здесь, как я помню, издательство Захаров. У меня это издание 2000-го. Двухтомник романа ФМ. Издательство Olma Press. У меня издание 2006 года. Наверное, это неинтересно, да, когда я просто перечисляю. А вот я все равно нет выбора. Я наглая, да. «Любовница смерти». Издательство Захаров, у меня это издание 2002 года. Один из любимых моих романов, двухтомник, который объясняет, почему Фандорин так любит Японию, откуда у него взялся слуга Маса, и вообще очень многое из жизни Фандорина объясняет, прям очень много, почти все. Я просто эту книгу до дыр зачитала. «После кладбищенских историй» — это у меня по любимости на втором месте книга. Я ее даже подписала. Это, кстати, знак того, что я эту... Вот. Видно, что что-то написано, но не видно, что. Это знак того, что я действительно книгу люблю. То есть, если я не хочу, чтобы эта книга меня куда-то ушла, потому что я периодически даю читать книги, то я ее подписываю, и это знак моей особой к ней любви. Вот так вот. У меня это издательство Захаров, и у меня это издание 2003 года. Просто шикарная вещь, если ты еще не читала или не читал. Очень много упущено в твоей жизни. Срочно читать. Нажимай на паузу или вообще вырубай это видео. Иди
покупай книгу ги, двухтомник же, и читай, или скачивай, читай. На третьем месте по любимости, это тоже двухтомник, называется «Неклассное чтение». Да, издательство Олма Пресс, у меня это издание 2002 года. Здесь речь идет о том, что речь идет о... Здесь действие происходит, я не помню, кажется, в 19 веке, но я не уверена, может быть, даже в 18, где в семье живет вундеркинд, и так получается, что он подвергается опасности, и Фандорин или один из его потомков его спасает. И у меня есть... Главный герой зовут Митя, сокращенный. У меня есть детское издание, я не знаю, что он делает в нашей семье, в которой нет детей. Называется «Приключения Миттельдата». Видимо, когда мы покупали эту книгу, мы думали, что это продолжение, третий том, если можно так сказать, но на самом деле это всего лишь детская версия первого тома. Я не помню точно, по-моему, первого тома «Классного чтения». И то же самое, если тобой не прочитано «Неклассное чтение», нажимай на паузу и беги читать. Если что за тобой. Осталось немножко, потерпи немножечко, скокотин, ладно? Далее. Алтын Талабас – это уже один из последних потомков, а может быть и последний, которого обозревает, о котором пишет Акунин. Приключения магистра, подзаголовок книги. И сейчас скажу. Издательство Олма Пресс, у меня это издание 2001 года. И последняя книга на сегодня, можешь вздохнуть с облегчением. Все? Можешь вздохнуть с облегчением, это все. Уж извини, что я вот так вот наскоком быстро-быстро, грубо говоря, просто перечислила книги. Но правда, я не знаю, что сказать о великом и могучем Акунине. Чхартишвили. Подглядела, никак не могу запомнить ее настоящее имя. Я повторюсь, если тебе заинтересовали какие-то книги, ты не стесняйся, ты мне пиши, я обязательно скажу свое мнение более конкретное, более, и может быть даже ради этого перечитаю заинтересовавшую тебя книгу. Читай побольше, чтобы было дальше. Пока!